Угадайте, какую песню мы ставим сейчас. Та-та-та-та-та-та-та. Я узнала, в Санкт-Петербурге 2 ноября остается меньше недели. 3 ноября мы встречаемся с вами в Москве. Мы репетируем реально круглосуточно. Готовим вам программу, я не помню, как я вас спала. Кость, у тебя неплохо получается петь, кстати. Уникальная хроника 21 века. За несколько дней до своего первого большого шоу Ольга Бузова не под звуки поцелуев, но под сладкие звуки собственных песен прогоняет концертные номера. И их назло врагу. Ой, маршрут перестроен. Мама, я пропустила поворот. Не снимаю сегодня много сториз. Через 300 метров на светофоре поверните налево. Я не накрашена, и синяка под глазами, и некрасиво еду на работу. Не думайте, я ни в коем случае не жалуюсь. Просто такой сейчас график, что я реально работаю круглосуточно и днем, и ночью. Сплю по 2 часа, все для того, чтобы получилось мое первое шоу. Просто все осложняется еще тем, что я до сих пор не могу выздороветь. У меня еще с прошлого понедельника температура, кашель. Может, вы знаете какие-то хорошие средства? Подскажите, как встать на ноги?